Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы посмотрим на закрытую бетку игры World Stand Z. Сейчас эта игра находится в активной разработке, и разработчики обещают добавить в новом обновлении это крафт, строительство и также транспорт, и возможно что-то еще. Так, изменения. Давайте посмотрим, что исправлялось и что добавлялось. Исправлен цикл день-ночь, добавлен выбор языка, исправлен баг. Ё-моё, а вот тут у нас версии. Понятно, новости, настроечки, громкость, звуки, голос, чувствительность, камера, прицел. О, графика. Низкие и очень низкие. Я поставлю низкие, потому что нет варианта ставить очень низкие. Так, низкие, выбираю низкие, что-то они не ставятся. Ё-моё, почему? А, все, поставил. Два режима пока что, это онлайн и одиночная игра, которая тестируется. Персонажи, можно выбрать абсолютно любого персонажа. Я думаю, что в закрытой бетке это доступно все, но когда уже выйдет игра в релиз, они уже будут стоить денег, игровой валюты. Кстати, по поводу скачивания, вы не сможете ее скачать, потому что разработчики сами дают доступ, и я не могу оставить ссылку, просто не могу. Если даже бы хотел, я бы не смог это сделать, потому что разработчики должны вести почту, а потом по этой почте дать вам доступ для скачивания. Но сейчас мы посмотрим. Вы мне писали, чтобы я заснял обзор на эту игру. Вот я как бы вас услышал. Два сервера онлайн, это бета-арена, давайте протестим, потом также зомби побегаем. Вы спите, тап, чтобы проснуться. Все, просыпаюсь. Так, погнали. Сейчас моя цель найти оружие и протестировать это все. Ну, обычная арена, типа паркура, потому что есть такие моменты, где можно реально попаркурить. Вот, смотрите, там оружие, и сейчас нам нужно разбежаться и прыгаем. Ой, попал. Так, это что у нас? Берем, конечно, берем. Так, взял какой-то автоматик, пистолетик давайте сразу возьмем. Берем. Хорошо, и теперь бежим, прыгаем. О, ой, ё-моё, что-то я убежал далеко. А, у меня автобег включился, посмотрите, я сам бегу. А, хорошо, я еще одно оружие нашел, АКМ. Берем. Сейчас я найду еще оружие, а потом мы с вами будем это все тестировать. Где-то тут должно быть копье. Я хочу показать вам анимацию бросания копья. Так, а где она? Я же тебя где-то видел. Ищем. Так, а здесь у нас бани, хоп. Ну, что-то, блин, не запрыгивает. Хорошо. Так. А где же копье? О, смотрите, что есть. Металлическая битва. Так, но я по-прежнему ищу копье. Так, это вон оно вроде, да, лежит? Да, ребята. А, нет, это мачете. Нифига себе. Тупо мачете валяется. Так, продолжаю искать копье. Вроде оно здесь валялось, но она пропала. Так, пока я ищу, ребята, я хочу сказать, что игра находится в разработке. Если она вам понравилась, вы можете подписаться на группу ВКонтакте разработчиков этой игры и ждать уже открытый бета-тест. А пока что только закрытый бета-тест. А, ух ты, ё-моё, еще одна. Смотрите, что винтовка охотничья. Так, пока я эту сейчас копье найду, уже весь обзор пройдет. Поэтому погнали тестить, что у нас есть. Металлическая бита, удары, хорошо, пестик, прицел, все работает и стрельба. Вот такая вот анимация. Что дальше? Так, пока что зомби нету, но сейчас мы поиграем с вами еще в режиме зомби. Выживание. Так, АКМ, прицел, все работает. Также можно увидеть, что есть чат, чтобы общаться с реальными игроками, а также голосовой чат. По сути, эта игра сделана и будет сделана для онлайн-игры, чтобы вы с игроками выживали. Ну, а также будет режим «Одиночная игра». О, видали, я могу любое оружие, в принципе, бросить, да, смотрите. Так, а как тебя бросить теперь? Так, о, видали? Нифига себе. И также копью, если вдруг вы найдете, берете... Потом выбираете, нажимаете на эту кнопочку, и копье будет летать. Допустим, зомби. Так, это все понятно, погнали. Теперь помучимся зомби отсоединиться. Тут у нас подсказка, чтобы подобрать предмет, нажми кнопку подбора. Это я знаю. Также протестим одиночную игру. Вот, бета-арена. Все в разработке, абсолютно все в разработке. Ё-моё, я опять этот режим выбрал. Опять. Ну ничего страшного, выходим назад. Сейчас протестим выживание World Stand Z.
Поиск серверов, бета выживания. Присоединиться. Для огнестрельного оружия нужны патроны. Да, нужно все искать. Вы спите, тап, чтобы проснуться. Все, я проснулся, погнали, ребята, выживать. Здесь будут уже зомби. Так, которых нужно мочить. Так, там что, кровь что ли? А, нет, там что? Вот они, зомби. Главное, чтобы меня не заметили, потому что у меня нету ничего, ни оружия. Вообще ничего нету, поэтому в рукопашку я не смогу. Так, какие-то вещи валяются. И побежали искать какое-то убежище, чтобы спрятаться, либо же найти оружие в этом убежище. Так, они далеко. Хорошо, все нормально, ребята. Все отлично. Бежим, 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 бежим на поиски оружия, чтобы мочить зомби. Так, ну, конечно... Я думаю, что разработчики добавят еще выбор графики, потому что всего лишь два выбора, это очень низкие и просто низкие. Хотелось бы видеть средние, высокие и ультра графика, было бы очень круто. О, я что-то нашел, посмотрите. Так, это что у нас, спички, да? А, не, гвозди, это гвозди, ребята, какие спички. Так, это что у нас, консервы, вот, нет места в инвентаре, братишка, а как нету? Как нету? Так, оружие, 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 оружие. Так, ничего я здесь не вижу по поводу оружия. Вот сундуки не открываются, да? Ну да. В принципе, бетка, что еще сказать? Так, так, побежали. Еще какой-то туман, что ли? Или это у меня в глазах уже все заплыло? Так, бежим, бежим, бежим. Быстрее, 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 быстрее. Короче, походу, я не найду оружие. Ну и ладно, зато мы с вами увидели зомби, но и не убили. Если обзор этой игры вам зайдет, то я, возможно, сниму эту мега-обнову, которая выйдет уже совсем скоро. Так что все зависит от вас. Так, оружия у меня нету, поэтому я иду в рукопашку, и биться я вроде не могу просто руками, да? Вот я нажимаю на пулю, и как бы биться не могу. Но думаю, что разработчики, возможно, добавят рукопашный бой, это тоже... Под вопросом все стоит. Теперь последний режим, который я протестирую в этой игре. Это получается одиночная игра. Тестовый режим, ребята. Там делать вообще нечего. И зомби там тоже нету. Зомби только в онлайне режиме. Так, 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 так. Вот одиночная игра. Мы также будем сейчас спать, просыпаться. По тапу на экран. Все, я проснулся. В принципе, та же самая карта, да. Только, по сути, тут зомби нету. Или может и есть, и я не знаю, но разработчики сказали, вроде ты будешь бегать один, и зомби не будут. Поэтому заходи сразу на серверы. Я зашел на серверы и как бы поиграл сразу на двух режимах. В первом режиме на арене мы с вами посмотрели на анимацию стрельбы различных оружий. А во втором режиме посмотрели на вообще мир выживания, да, вместе с зомби. Ой, нифига себе, я нашел револьвер, отлично, теперь я... Не один, уже интересно. Я быстрее нашел здесь оружие, чем в том режиме. Зомби, походу, я не встречу. Ну ладно, ребята, я думаю, все равно наш ролик подошел к концу. Все ссылочки будут в описании. Если вам интересен этот проект, то следите за ним в группе ВКонтакте. А также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. На этом все, всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока. We'll be right back.